Международная конференция ученых прошла в Таджикистане. В рамках встречи представители двух стран обсудили совместные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества. Укрепить научный потенциал приехали академики, директора научно-исследовательских институтов, ученые и представители творческой интеллигенции. На особом контроле развитие единой площадки, которая позволит улучшить контакты между экспертами и с легкостью проводить двусторонние встречи. По итогам мероприятия представители Казахстана и Таджикистана заключили ряд соглашений. Мы как ученые давно друг друга знаем. И сегодня мне было приятно видеть моих старых коллег, значит, знакомых. Я хочу сказать, что у нас объединяет многое. И в том числе у нас есть общие корни, традиция, культура. Но вместе с тем есть у нас единое пространство, геопространство. То есть погодно-климатические условия,